образцовом музейном варианте. Так у меня танцуется, значит. Точнее, можно танцевать, но с гиперпрокачанными партнершами. И если вы тоже его будете танцевать еще пару тысяч раз, танцуйте за ближайшие полгода, вот тогда танцуйте его в таком музейном варианте. Значит, как танцевать желательно обычно? Резать немного угол и делать за счет центробежной силы, за счет доворота на первом. То есть не делать его не боковым, а потом стартом. Как тоже можно, но сложнее. А делать немного для подоворота вот тут, бом, доворачивать. Брать позицию, конечно. Вы поняли, что потом поймешь, когда если вы будете второй раз доворачивать, не только первый, бум, здесь, пам, довернули. И потом как-то продолжили, пам, танец. А если вы продолжаете вторым, вам там нужно пространство. Будете вы ее подбирать и идти вместе с ней, или не будете, все равно там риск канал по ноге. Соответственно, что я вам рекомендую? Женская саика. Здесь пересечение линии. Хаг эффект увеличенный правильно. Вам чуть-чуть срезали угол, меньше 180. Не 180 дали, а чуть меньше срезали. Вот тут у вас будет возможность взять такой контр-прэп. Сюда в тэп прийти, ее завести туда, завести. И возвращаясь, чтобы подхватить на доворот тэп. И здесь довернуть обратно. Все. Руку не забывайте заводить. Глубину на втором. Оттуда гладящим движением. Не отрывая, ты не вернешь. Подкручивайте. Спасибо.